Эй, парень! Что? Где ты? А ты что, не знаешь, где ты? Так. Только не говори, что я в аду. В этом гребаном аду. Ты в аду? А ты, так понимаю, демон, да? То есть дьявол? Да. То есть меня сейчас ждет вечные муки, огонь. С чего ты взял, что тебя будут жечь? А ты тогда здесь зачем? Начинай, только быстрее. Все, я уже смирился, что я в аду. Я сейчас буду мучиться. Давай. Не, стой. Нет, подожди. Я просто вроде как Бога послал. Но он сказал, что обиды не держит. А потом, бац, я здесь. А я могу как-нибудь вернуться там, извиниться? Может, что-нибудь сделать? Ну, чтобы этот... А то вроде как там сначала появился. Тебе не нужно никуда возвращаться. Просто возьми и успокойся. Не, ну... А как тогда? Так. У меня вообще сейчас в голове ничего не укладывается. А ты помнишь, как ты умер? Да, я помню. Я шел в магазин. Потом что-то сзади кто-то меня в бок ударил. Я упал. В глазах сначала темно, потом светло, этот гребаный туннель, свет, потом это поле, ворота, Бог. Наш с ним диалог, который ни к чему не привел. Ну как ни к чему, я оказался здесь. Все, ладно, я готов, давай, мучай меня. Что ты ешь? Сердце. Это сердца грешников, которых ты мучил. Ты так замучил, что уже сердца их ешь. А они чувствуют это? Сердце индейки. Ну ладно, хотя бы мое не съешь. Будешь? Нет, я не буду это есть. Возьми. Я понял, в чем прикол. Это сердце, оно чем-то отравлено, да? Я хочу попасть в свой мир. Можно? Мир — это ты. Мир в твоей голове. Просто успокойся и уходи. Успокойся и уходи. Все вы люди одинаковы. Не понимаете, что все проблемы у вас в голове. Все это вы сами. Мир — это вы.